Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами протоиерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем пятую главу первого послания апостола Павла к Коринфянам. В предыдущих главах апостол Павел говорил об авторитете апостолов и о премудрости Божией и о безумии людей для того, чтобы обучить своих учеников, христиан из Коринфа, мудрости креста. И первые четыре главы как будто готовят нас к серьезному разговору, который начинается в этой пятой главе. Он начинается с очень резкой перемены тональности. Если предыдущая глава закончилась со знаком вопроса «Хотите, чтобы я пришел к вам с жезлом или с любовью и духом кротости?» И вот следующая глава начинается с очень жесткого ультиматума. И экзегеты выдвигают разные гипотезы. Одна из них состоит в том, что апостол Павел диктовал первые четыре главы, затем сделал какой-то перерыв и с новыми силами возвращается к болезненному вопросу. Именно этим можно объяснить разрыв в тональности, который мы здесь видим. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Итак, прежде всего, в чем же состоит проблема? Вероятно, был некий человек, который вступил во второй брак и умер. Его жена осталась вдовой, и от первого брака тоже остался сын. И поскольку жена, вероятно, значительно моложе своего усопшего супруга, остается без средств к существованию, поскольку все наследство получает сын, то сын решает жениться на ней. Может быть, они примерно одного возраста, может быть, они любят друг друга. И община Коринфян это принимает. Если хотите жить вместе, то, пожалуйста, женитесь. Тем более, если вы любите друг друга. Это аргумент, который мы тоже слышим сегодня очень часто. Если любишь, значит, ты делаешь, что хочешь. И здесь возникает вопиющая проблема. Дело в том, что это категорически запрещает и иудейский закон, и даже язычники это не принимают, поскольку речь идет не просто о прелюбодеянии, но речь идет о кровосмешении, об инцесте. Поэтому эта вещь совершенно немыслимая даже для язычников. Но коринфяне это выдвигают как предмет для еще большей гордости. Они, наоборот, гордятся тем, что у них так высока степень свободы. Мы потом поймем, в чем здесь причина. Но апостол Павел заявляет своим ученикам, что при том, что телесно он не был с ними для того, чтобы вершить суд, но духом он с ними и уже вынес приговор. Этот человек должен быть изгнан из общины. И затем мы увидим, что в действительности коринфская община не принимает этого авторитета апостола Павла. Именно для этого в предыдущих главах апостол так подробно обосновывал свое влияние и свою власть выносить столь важное решение. Община сопротивляется, и апостолу Павлу нужно найти доводы и убедить членов общины принять правильное решение. Здесь апостол Павел говорит «предать сатане во измождение плоти». Это термин, который означает «изгнать из общины, отлучить от церкви», но не для того, чтобы человека погубить окончательно, но для того, чтобы дух был спасен, то есть для того, чтобы человек имел возможность покаяться и изменить свой образ жизни, а затем, быть может, и воссоединиться с общиной. И поскольку коринфяне гордятся той степенью свободы, которую они себе позволяют, апостол Павел им говорит, «Нечего
вам хвалиться, нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, как бы вы бесквасные, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». В действительности, вероятно, приближается праздник Пасхи, поэтому апостол Павел пользуется этим случаем для того, чтобы преподнести урок нравственности и одновременно преподать урок догматики, догматически обосновать то решение, которое община должна принять. И апостол Павел говорит «Христос – наша Пасха». В некоторых переводах это выражение переводится «Христос – это пасхальный агнец, который заклан за нас». И этот момент очень интересен. Апостол Павел очень часто применительно ко Христу использует выражения, которые на первый взгляд шокируют читателя. Потому что Пасха – это праздник. Разве Пасха может быть закланной? Конечно, нет. Этот прием речи называется метонимия, когда мы по части обозначаем нечто целое или наоборот, упоминая о целом, указываем на какую-то конкретную часть. И это разновидность метафоры, которая всегда держит наше восприятие в пробужденном состоянии. Сколько бы уроков догматики мы бы ни говорили о том, кто есть Христос, всегда это выражение, когда его читаешь, оно при первом чтении совершенно будоражит твое воображение и шокирует. Итак, Христос — наша Пасха, и Он заклан за нас. Апостол Павел возвращает мысль христиан всегда к подножию креста, ради чего умер и воскрес Христос. И здесь мы видим слово «закваска». Нужно понимать, что в Евангелии это слово употребляется в положительном значении. Царство Божие как закваска, которая кладется в тесто, и небольшая часть закваски способна всквасить огромную массу муки. Точно так же и Царство Божие количественно может быть совершенно незначительным, но способно принести невероятный плод. Апостол Павел слово «закваска» здесь употребляет в отрицательном значении. Что такое закваска? Закваска – это часть старого теста, которое уже вскисло. Эту закваску кладут в новое тесто для того, чтобы оно тоже вскисло. И для апостола Павла закваска – это продукт разложения, точно так же, как и брожение вина – это результат какого-то разложения, а значит, действие какой-то силы смерти, которая разлагает. И апостол Павел преподносит урок. Христос – Пасха, которая нас сохранила от смерти и очистила. Христос нас очистил своей кровью для того, чтобы мы были без семени смерти, без закваски порока, чистыми, непорочными, как бесквасный хлеб, опресники. Вот поэтому образ квасного и бесквасного хлеба здесь образ одновременно нравственной чистоты, непорочности и одновременно возвращает нас к языку жертвоприношений. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас». Здесь мы узнаем, что то послание, которое мы держим в руках и считаем его первым посланием Коринфянам, не является первым. Ему предшествовали уже предыдущие письма. И здесь апостол Павел упоминает, что я вам уже писал в одном из посланий о том, чтобы вы этого человека отлучили от общины. Но вы истолковали мои слова превратно. И здесь мы можем увидеть, в чем была причина? Коринфяне истолковали слова апостола Павла, что не нужно вообще общаться ни с кем внешним.
Но апостол Павел говорит, что это было бы сектантское искушение, и мы видим, что в общине Коринфа действительно существует эта закваска сектантства. Это община очень замкнутых людей, и поэтому если исключать вообще всех, в том числе и членов своей общины, то очень скоро не останется никого. Поэтому они отказываются этому последовать. И апостол Павел настаивает, что нет, я вам говорю, общаться не вообще со внешними людьми, с теми, кто вас окружает, условно говоря, неверующими язычниками, которые занимаются тем, чем они занимаются, грехами, которым они предаются. Нет, я вам говорю с теми, кто называет вас своим братом и при этом творит непотребное, то, что несовместимо с нравственностью общины. И в чем вопрос? Проблема в том, что этот образ жизни, и здесь апостол Павел дает нам список грехов, это такой литературный жанр, распространенный в его время, список грехов, которые оказываются несовместимыми с условиями завета. Тот, кто вступил в завет со Христом, в завет с Богом, не может себе позволить те или иные поступки, потому что это несовместимо. И дальше возникает другой вопрос, который, вероятно, выдвигает община Коринфа, как упрек апостолу Павлу. Значит, с одной стороны, ты нам говоришь его отлучить, что же нам теперь не общаться вообще ни с кем? И апостол Павел объясняет свою позицию. Другой момент, очень деликатный, вопрос о суде. Потому что в Евангелии от Матфея сказано «не судите, да не судимы будете». И поэтому коринфяне вполне обоснованно выдвигают этот вопрос. Как же нам судить, если Господь сказал не судить? И апостол Павел указывает, что судить имеет совершенно другое значение. Недаром в книге Второзакония, и эта глава заканчивается цитатой из книги Второзакония, как некий рефрен повторяются эти слова «развращенного, развратника, блудодея, развратившегося человека нужно исторгнуть из сообщества святых, потому что его присутствие, как дурная закваска, испортит все тесто». Всякий порок, всякий грех — это как некий вирус, который способен разрушить все, ради чего пришел Христос, а Христос пришел ради того, чтобы основать церковь, для того, чтобы присутствовать в этом мире в виде своей общины. И поэтому действительно внешних, не членов церкви, посторонних будет судить Бог. И вы можете с ними общаться, поскольку все равно вы их не судите. Но что касается членов вашей общины, вы несете ответственность за целое, и поэтому, чтобы сохранить всех, нужно исторгнуть того, кто ведет развращенный образ жизни. На портале «Экзегет.ру» с вами был протоиерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга.